мы сейчас говорили о вооружении, о НАТО. Леонид Радзиховский сказал очень мудрую вещь, я с ним полностью согласен. Я в свое время говорил, что я не удивлюсь, если Путин окажется агентом ЦРУ, потому что то, что он делает по отношению к России, нельзя сделать даже в самом смелом, нельзя предугадать, предвидеть даже в самом смелом американском сценарии. Но Радзиховский пошел дальше. Он сказал, что Путин, по его мнению, является самым высокопоставленным агентом американского военно-промышленного комплекса. Потому что, когда человек, обращаясь в своем послании к народу российскому, рассказывает, какое у России есть вооружение, но это блеф абсолютно, его нет, эти ракеты, мультики эти показывали, их показывают долго, уверенно. После этого что делает американский ВПК? Он идет к президенту и говорит, немедленно выделяйте нам бабки, потому что надо сопротивляться новейшему вооружению России. Поэтому я не удивлюсь, если Путин лоббирует американский ВПК, не удивлюсь совершенно. Потому что там, знаете, какие деньги? Там триллионы, извините, ходят, там есть о чем. Ему 40 минут лишних поговорить на выступлении во время послания к народу российскому, а там миллиарды тикают. Поэтому это все сложно, это не все так просто, как кажется на самом деле.